сегодня мы с Евой. Привет. Будем кататься на роликах. Тут очень много людей, ну. Мы будем кататься. Ой, извините. Да. Мы все равно будем учиться. Мы сейчас... Ну что? О, еще мы хотели сказать... мы еще с Ромой, когда мы через час, мы пойдем в Макдональдс есть картошку фри! Да, если ты будешь согласна, еще игровая. О, это мама мне не разрешает. А? Не разрешает, мама. А, ничего. Мы идем. Ты что, сзади можешь ехать? Еду. Тут немножечко, что это мало людей встает. Да. Да, едем. Еще мы познакомимся с одной еще девочкой, ну, или с двумя, ну, если они будут. Я... Надо поехать. Будем, да, иду. Да. Знаешь, что тут есть интернет? Не, не знаю. Да, ну я уже смотрю видео. Понятно. В Макдональдсе. А? Конусы. Они такие маленькие на камере. Они как с ногой моей. Тут мой чулок что не сбил. Я... Ай. Идемте еще посмотрим, а что у Маши. Вот иди, иди у меня. Хочешь, я познакомлюсь с вашей, ну, с той, с моей? Там сегодня, то есть, там одна есть тетя, и она меня учила. Я сегодня только зашла, она меня... Она вообще такие отпадные делает штуки, а все обалдела, хотела бы сделать с собой лачку. Я понял. Я. Рукавички положу. Мы снимаем на YouTube. Вот, сама видишь? Я вижу. Ну ладно, пойди. Ой-ой-ой, можно так упал. Лучше поехали уже. Да, а то... Давайте так, мы снимем фотографию, потому что... Потому что вы узнаете, как нужно. И вообще мы в караване. Кто ездит в караван? Никогда можем, мы тоже ездить в караван. Ну что? Я никогда не снимала канал, и только один раз. Аккуратно с телефоном, только не разбей его. Это мой папа. Всегда бурчит. Шучу.
Ладно, поехали. Уже настала ночь, просто я раньше Романа приехала. Да. Вообще, в Караване, кто был во флай-парке, был во флай-парке. Флай-парк очень даже крутой. Ну вот, флай-парк написано. Кто туда ходит, ставьте лайки. Да, да. Потому что там круто. Пойдем! Все, идите туда, прижмели. Да? Сейчас остановимся вот там. Да, иду. Еще во флай-парке. А, вот она. Тебя снимают в YouTube. Да, боится Ютуба. Кто ходит во флай-парк, там интересно очень. Там даже когда-то мой брат работал, но он уже в кафе не работает. Хорошо. Жаль, он крутезный. Там очень фэксот на острове кокос. Кто слышал эту музыку? Пишите на комментарии. Ну да, пишите на комментарии. Это отпадная музыка. Фэксоут на острове Кокос. Идем. Обезьяны попугают на острове Кокос. Это очень клево. Нет, он не вырвет. Давай идем. Будите ставить подушку поближе. Давай. Это же не подушки! Это не подушки, это стекло. Они стоят 550. 550 гривен. Да, это... Они красивые. Есть футбольный мяч. Футбольный мяч? И задом, а спиной вперед. Смотрите туда, там точно страшно. Туда сюда воды падают. Там дырка. Ну да. Я тебе покажу еще один, может быть. Это тоже самое, только там много.